Какая она современная хореография? Пластичная, многослойная, местами надрывистая. Первая фабрика авангарда в пятницу демонстрировала язык танца. На сцене ЦКАО прошли конкурсные показы. Все номера предварительно проходили отбор. В жюри профессионалы своего дела. В их числе Александр Могилев, яркий представитель современного танца в России, хореограф шоу «Танцы на ТНТ». Сегодняшний конкурсный день – это про современный танец. Современный в том плане, что это некое авангардное и современное искусство. Это умный танец, осознанный танец, театральный танец. Тот танец, на который интересно смотреть, после которого хочется думать. Думать хочется и во время номера, и после. Танец, театр – все здесь туго собрано и переплетено. Коллектив из Владимира показал номер о жизни каждого из нас. Что меняется внутри и вокруг, а что остается неизменным. Ну и, конечно, если ковер висит на сцене, в конце его нужно обязательно выбить. Это называется постановка «Одна и та же быль». Зачеркнута буква «Б» – пыль. Да? То есть, на самом деле, понимаешь со временем, что по сути ничего не меняется, и какой-то даже проходит период, там меняется поколение, но меняются только способы сбора этой пыли, а она та же самая. То есть вот, наверное, такая была затронута тема, да, когда ты просто сидишь у себя на кухне с включенным, не знаю, там, светильником, и вот просто летает пыль, да, в этом свете, и вот такие мысли тебя постигают, наверное, в этих тапочках, в рубашке, в чем-то таком обычном, домашних трениках. Вот захотелось почему-то вот на эту тему поработать, помыслить. Конкурсные показы запланированы и на субботу. Александр Могилев подготовил для ивановцев мастер-класс и хореографический спектакль. Елена Белова, Денис Денисов, РТВ Иваново.